Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня я записала видео о проекте ПТС Шары. Это зарубежный проект, который находится на предстарте. И старт будет где-то в начале июня. Точной даты как бы еще и нет. И можно присоединиться как бы на Facebook к ним. Так? Значит, что я сделала? Конечно же, я начала задавать вопросы. Вот я тут перевела вот написала на русском Google переводчиком, что привет, у меня есть вопрос. Записала видео о проекте. Является ли проект рекламной площадкой? Так, ну, так как у меня сразу подозрение, что это начала там все искать, прочитывать, как бы все-таки перевод гоблинский, скажем так. И еще я задала вопрос. Люди смогут зарабатывать в проекте без вложений? С уважением, все чинно, культурно. На что, вот мое сообщение, ПТС Шары. На что мне пришел ответ. Yes. Да, друзья. Значит, это и рекламная площадка, и мы сможем зарабатывать без вложений. Я так поняла. Это один вопрос, один ответ на два моих вопроса. Вот это мне и как бы хотелось бы знать в первую очередь. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Здесь, как я уже говорила, функционала нет. Еще такового, ну, ссылочка, приглашаем, без вложений. Я думаю, нам дадут здесь тогда и заработать. Буду делиться информацией по мере их поступления. И сами читайте, переводите, понять можно, хоть и такой перевод недолгий, но все-таки информацию будут выкладывать вот на Facebook. Просто нажмете сюда и попадете на Facebook. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!